со стороны правительства Кировской области движение к лучшему плохо заметно. В Кировской области просьбы населения игнорируются. С их мнением вообще никто не считается и никто его не учитывает. Я ранее уже писал на имя президента, что в нашем регионе назревает социальный взрыв населения, потому что предприятия разваливают, работы нет и многое другое. Мы сами за себя не можем побеспокоиться и хотим, чтобы кто-то что-то для нас сделал. Так не бывает. Мы участвуем в пикетах, митингах, в общественных палатах, ходим к губернатору, представителю губернатора. Мы не покладываем рук, чтобы победить эту гидру под названием ТБО. Ну вот я говорю, любые резолюции, любые наши письма куда-то уходят, как в прорву куда-то. И наша борьба, конечно, она продолжается. Очень благодарен, что вот вы сегодня все пришли. Я хочу призвать правительство Кировской области, чтобы у нас, если уже они оставляют взнос на капитальный ремонт, чтобы он у нас был такой же, как в Ленинграде, 2 рубля, где правительство Ленинграда софинансирует этот ремонт. От того, что казна Кировской области пуста, люди не виноваты. Если вы хотите, чтобы мы платили все, как в других регионах, так дайте нам здесь заработать, создайте рабочие места. Мы должны сейчас говорить не о мелочах. То, что нас грабят, это видно. Но нам нужно сделать так, чтобы этому грабежу наступил конец. Я не знаю, куда мы катимся. И главное, мы все молчим. Я не знаю, когда заговорим в полный голос, но я бы очень хотел, чтобы проснулись наконец-то. В случае неисполнения вышеуказанных требований мы оставляем за собой право при уведомлении первых лиц региона и государства, что слобожане будут перекрывать федеральную трассу, потому что проблемы слобожан не решаются, потому что другой возможности нет, чтобы донести сложившиеся проблемы муниципального образования город Слободской до первых лиц государства. У «Единой России» нет вопросов по этим законам. Они даже не поднимают руки, они даже не задают никаких вопросов. Они просто давят кнопки против народа. Если вам, простите за выражение, трусы давят, вы же их не мучаетесь, не носите, вы их меняете. Я думаю, что трусы с надписью «Единая Россия» надо менять уже давно, давно надо менять. Вот, как говорится, и на помойку их всех, на помойку, как говорится. Вот. И знаете, как вот там санкционные продукты утилизируют, таким же трактором по ним проехаться.